have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, Spirit of the North. Я так понимаю, мы оттуда вон только что прискакали. Нам теперь... Стой, я забыл, как дэшить. Или для дэша мне нужна именно спиритическая энергия, погоди. Кстати, было бы логично, если мне для всего остального нужна спиритическая энергия. Я туда попасть не могу. Мне кажется, шифт... А, вот, энергия отфуты. Шифтом же дэшить было. Что-то я на самом деле давненько не играл и... Нет, R это... Сейчас, секунду, ребят. F. Угу. Ладно. Ну, я мог сюда добраться без F, наверное, да? Просто зайдя сюда, я не знаю, зачем я перелетал. Но зато смотрел, как есть. Но! Я тут пока смотрел опции, увидел, что есть кинематографичный режим. До этого никогда... это максимальный наезд, который тут есть. Ладно. Давайте смотреть. Нам наверх. Явно. А вон там что... На самом деле, не очень хочется плавать. Вот сюда бы надо бы зайти, мне кажется. Так, тут можно подзаряжаться. Две какие-то... Две какие-то. Хорошо. Пойдем вокруг пока что. Посмотрим, что нам игра приготовит. Я не пойму, мне надо успеть. Видимо, да. Я что-то не понимаю в этой жизни, да? Да, оно еще с разворота не запрыгивает нормально. Вези меня. Куда мне надо? Вон туда мне надо, все, я понял. Это одно. Угу. А, второй там проход вообще есть. Я его не заметил изначально.
не заметил этого прохода. Ну-ка, заряди-ка меня. Отлично, спасибо. Вон та штука должна выехать. Этот просто запитать надо. Кстати, а вдруг туда пройти можно? Нельзя. Ну да, камни мы открыли. Интересно, что тут еще есть? Нет, но если я туда могу попасть только духовным лицом, то это как бы бесполезно. Сохраняшечка прошла. Супер. Но если там что-то и было, то я это уже провтыкал. А еще и дверь закрылась. Ну, идеально вообще. Я сюда проникну таким образом. Так. Не знаю, зачем мне сюда, но я сюда приду. Ага. Извините, а посох тогда где? Ага! И что мне это дает? Нет, конечно, все классно. This is very interesting, but stupid. Так, таким образом я могу попасть наверх, портнуться туда. Окей, круто, круто. Посох где? Ну что, трупешник мы нашли. Вон мне туда, в принципе. Тут у нас цветы для подзарядочки. Возможно, там... Видите, эта штука туда полетела, да? Вот он. Хорошо, в принципе, это было логично. Да ну, сейчас ты не влез туда, ага. Лисец. Смотрим очередность. Он не он.
Очередность правильная, хорошо. Значит, получается, можно просто уходить из этой локации. Это, кстати, не особо похоже на воду. Это похоже на смолу какую-то. Немножко не радует то, что мы разделены стенкой сейчас вон с той локацией. А вдруг бы... Тут вроде нет ничего, тут просто цветы. Надо зайти сюда глянуть. Ага. Скин черного листца прям. А это на скорость, не на скорость? А я не могу! Без духовной фигни я прыгать не могу нормально. Хорошо, хоть прыжок не тратится. Да, ладно, пока эта штука работает, это тоже работает, окей. А, там наверху что? О, посох, смотрите. Нет! Забрось меня обратно. Там... Понял, сюда что ли надо? Так, а куда? Туда куда-то? Куда-то сюда. Или туда. Нет, в ту сторону. Нажать. Ага. Все равно не понял. Ну, тут нужно будет этим духовным пропрыгать, это я понял. Наверное, тут где-то наверху. Положу посох здесь, потому что мне все равно потом сюда продвигаться. Схожу, заряжусь. Чтобы у меня хотя бы прыжок был. Thank you.
или сюда, или туда. Как сюда попасть? Вот этого я не знаю. Здесь, здесь. Погоди. Нет, тут. Видите, нет, не то. Оп-оп-оп-оп-оп. Не то все. Все фигня. Ну-ка. Да почему ж ты? Нет, ну что ты делаешь? Такие моменты иногда просто раздражают. Выкинь меня. Спасибо. Да ну идем. На что это рассчитано? На длинный прыжок, на короткий. Почему? Буф. Тут. Запрыгни. Ну просто вверх запрыгни-то, блин. Ну. Нет, с прыжками есть какая-то беда, серьезно. Здесь труп, не здесь. Вон посох. Нет, 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 нет! Игра, иди нафиг. Короче, ладно, ребята, я сейчас тут попрыгаю, потом посмотрим, куда мне в конце концов надо. Подождите. В общем, ребята, я только что прыгал, и в прыжке у меня кое-что получилось. Я хочу сейчас... Вот он. То есть посох у нас вот здесь, а нам нужно сюда. А, пробуем еще раз. Это надо было сразу сделать с посохом, но, блин, ладно, кто же знал. Пробуем все это еще раз пройти. Ну, на самом деле, это нечестно. То, что это нужно в прыжке как-то разворачиваться и куда-то запрыгивать, при том, что ты даже не знаешь, надо тебе оно туда или не надо. Черт с ним. Нам вообще надо, не надо. Так, осталось 7 человечков. Нет, нам туда, по сути, наверное. Не надо! Не, не. Немножко. Что это за. Просто забей. Оно включилось? Оно включилось, теперь у меня все эти работают, отлично. Но только мне теперь... Надо бы как-то заправиться. Ага, вон. Вон оно, где я могу заправиться. Потому что, опять же, мне нужны прыжки для того, чтобы перемещаться по этим. Оно не допрыгивает меня. Можно, пожалуйста, скорее не... К сожалению, тут есть такая фишка, что чем дальше по игре, тем более косо все это сделано. Ах.
Ладно, через мазут прошли. Меня теперь будет вниз. Да? Понял. Ну пропусти меня через тут. Так, здесь извержение. Камни, духи. Ну, допустим, извержение. Дальше. Камни. А где было? А, вон третье. Вон посох вижу. Ага, открылись попрыгунчики. Надеюсь, туда, куда мне надо. А тут не надо было так делать. Тут не надо было так делать. О, красивые виды. А где труп? Вот так вот мы к трупу приближаемся, да? Но это выход с главы, подожди. Он где-то здесь близко, но где близко? Может мне сюда упасть? Я не нашел его, что ли? Если он так горит, я первый раз просто вижу, чтобы он так горел. Возможно, кстати, да, возможно, я только что провтыкал первого человечка. Сейчас еще раз посмотрим. Туда наверх. Но наверх я уже никак не подымусь. К тому же то, что я прошел сохранение. Так, ладно. Оставлю его пока что здесь. Его будет заметно издалека, если что. Если это так, на самом деле я теперь просто брошу. Так, вот тут можно подзаряжаться, хорошо. Ай, как мне наверх-то подняться? Ахаха, игра, прекрати. Так, сюда, сюда зайти не,
Не могу, но я могу. Ага, вот тут. Так, уровень воды поднимется. Да. А посох внизу теперь вообще остался, да? Он не всплыл? Я живу вот тут по... Игра, иди просто знаешь куда. Короче, ладно, я старался как мог. Вот эту штуку гавкнуть. Ну, сейчас посмотрим. Вон цветочки. Сюда мы пока что еще не достаем. Надо еще одно что-то спалить. Да-да-да, тут вода, там вода. Это я кружок сейчас сделал, зачем? Так, погодите, но я не понял, куда мне. Да, обратно вверх я не могу. Окей, с этим мы тоже определились. Вон туда. Как варик. Давайте попробуем. Вроде вот это должно быть. До сюда я не допрыгиваю вообще никак. Я каких-то вариантов не вижу, подожди. А, может мне там просто пройти-то надо было, да? Офигенчик, тут мы ходить можем. А, ну мне это, погоди, ничего не дает. Угу, я все равно не долетаю сюда. Все было бы на самом деле гораздо проще, если бы долетал. Так. То ли это все-таки как-то возможно? Нет. Я не вижу вариантов пока что. Ну, а тут вода, и тут я... Погоди, может, тут внутри что-то есть. Пойдем. Я сюда внутрь, по-моему, не плавал. Или вот сюда, наверх. Ну, это глупо, если так. Вот это вот все Skyrim style, ну так не должно быть. Тут второе, я его не заметил. Ну гавкни ты уже. Спасибо тебе огромнейшее. Ух. Я же говорю, что оно как бы было бы слишком
Да, только отсюда же я не достану. Мне же нужно вот сюда, вот тут. И вот так. Спасибо, игра. Еще больше воды. Тут залез, спасибо. Супер. А теперь что тут булькнул, я не понял. Ладно, а вода еще раз поднялась, теперь мы можем еще куда-то попасть. Вот сюда, наверное. Сейчас посмотрим. Мы не залазим, значит, вот сюда. Вот это надо запитать. Угу. Дело в том, что у нас тут, наверное, вряд ли будут цветочки, но сейчас посмотрим. Цветочки теперь только там. Ну, вообще отлично. Давайте плавать еще. Ага. Короче, я разочарован. Посох мы явно утопили. Да и дело не в том, что мы его утопили. Он из прошлой зоны. Мы его не донесли, получается, куда надо. Он пропал. Ай, к черту. То есть, ну, до этого был стимул еще хоть как-то это все искать. Но если оно все вот так вот криво, то... Да-да-да, я тебя понял. Я тебя понял, спасибо, отпусти меня. Духовный лисец. Пойдемте посмотрим, что там эта кнопка делает. Ну, дверь она открывает, понятно, но что-то дверь и куда, и как. Я бы, наверное, такой, чтобы уже сохранился бы, закончил серию. На таком разочаровании. Вот, ну посмотрим. Стойте, аж еще сюда можно попасть. А тут что? Я ж туда так не долечу. Долечу. Можно еще и вот это гавкнуть. Ага, там при меня приведет просто к четвертой. Все, я понял. Что, правда, опять надо плыть, заряжаться. А это меня к кнопке теперь пустит или нет? Хорошо, поплыли. А прикиньте, я нарушил очередность. И теперь меня не пустят к кнопке. Вот это будет весело. Да, прикинь. Офигенно просто. Ну-ка, подождите. Мне пришлось загрузиться.
Спасибо тебе огромное, игра, за этот косяк. Блин, просто трындец. Давайте тогда на этом заканчивать. Я пройду все то, что вот тут я уже наплавал, понапроходил. Начнем уже с того момента. Это просто эпичнейший фейл со стороны игры. Это крайне печально. Ладно, ребятушки, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.